Держи ружье, с тропы не сходи. Жить вне города непросто. 10 лисиц по $11. И так ясно, что тебе это не по карману. Рене должна ходить в школу, переживать из-за уроков и одноклассников. Куда нам переезжать? Как мы купим дом в городе? Возьмем кредит, я найду работу. Здесь наша жизнь. И здесь наш дом. Ты не сказал, что мы в опасности. Все нормально. Это просто волк. Его привлекаем мы. Я его поймаю. Я волнуюсь за папу. Он сильнее любого зверя в этом лесу. Он не боится волков. И мы тоже. Джозеф, прием. Значит, вчера ваш муж ушел на охоту и больше не выходил на связь? Он всегда отвечал по рации. Ничем не можем помочь. А как же волк? Бери все ловушки и капканы. Надо мыслить, как папа. Я нашел что-то странное. Похоже на кладбище. Он вернулся! Тут никого нет. Дайте воды. Откуда вы здесь? Машина заглохла. Папа сказал чужим не доверять. Папы тут нет. Твой муж хотел поймать волка. Так он сказал? Мы должны взять себя в руки. Сиди в комнате, пока не приду. Я пристрелю его, как волка. Охота на волка.